Перед вами подсудимый Майк Ласситер. Он жестоко и хладнокровно убил собственного отца. Как будем его защищать? Мой клиент ни с кем не разговаривает. Это значит, что защищать его придется, не зная всех фактов. Миссис Ласситер, вы были женой погибшего и являетесь матерью подсудимого? Да. Я была в душе. А когда я вышла оттуда, Майк сказал... Это я. Вы расследовали это дело? Да, сэр, и как детектив могу сказать, тут все предельно ясно. Парень виновен. Что сказал Майк? Надо было давно это сделать. Надо было не означает «я сделал». Что же тогда? Надо было давно это сделать. Он сказал, мне надо было давно это сделать. Ваш муж бил вас? Да. А Майка? Да, и очень часто. В тот момент он угрожал вам насилием? Возможно, он не мог больше терпеть. Кто солгал сегодня? Ну же, мисс Брэди. Все свидетели лгут. Миссис Ласситер не так проста, как кажется. Но если Майк не убивал отца, то кто это сделал? Я знаю лишь то, что у меня есть шанс спасти мальчика. Не знаю, о чем вы сейчас думаете, но ваша версия ошибочна. По-твоему, все лгут? Выходит, и Майк тоже? Это я. Или Лоретта. Ты собираешься выполнять свою работу, защищать клиента? Парень виновен. Жанел, ты адвокат или нет? Он вас бил? Оставьте меня! Мне надо было давно это сделать. Сделайте верный выбор. Это будет примером. Отправьте мальчика домой. Он виновен. Защитник. А я в чем я солгал? Скоро в кино.